Самый полезный сорняк на земле – это одуванчик. Это просто нектар богов. В нем куча полезнейших веществ. Он желчегонный. А желчный пузырь у нас дирижер, если хорошо вырабатывается желчь, то все работает слаженно. Она убивает все болезнетворные бактерии и так далее. Вот у нас салатик такой из огурца и одуванчика. Огуречно-одуванчиковый. Такой вот салатик делали наши предки. Спокойно кушали. Съедобные цветы разные, чтобы проще есть. Вот так вот нарезали, например, огурчик, добавляем цветочки, моем их сначала, все это дело, зелень, заправляем маслицем оливковым или льняным, перчим, солим, и очень легко употребляются, можно на блендере сделать нектар.